В минувшие выходные Максим Галкин объяснил, почему уехал с семьей в Израиль. По словам юмориста, у него сорвались все рекламные контракты, а концерты стали переносить или вообще отменять. На речь Максима отреагировала Лена Миро. Он выступил с поджатыми губами и весь на нервах. Напомню хронологию, Максим что-то написал, тут же собрался и улетел чуть ли не первый. Вот тут не бьется по времени, написал. Тут же улетел, а когда в таком случае запретили концерты? Когда успели, вот это меня запретили, я слышу не первый десяток лет. На поверку всегда оказывается, что никто никого не запрещал, а человек громкими заявлениями оправдывает другие поступки. При этом она не обвиняет юмориста, блогер считает, что если он хочет жить в Израиле, то пусть живет. В этом нет ничего страшного. И ничего никому не нужно объяснять. И уж тем более не нужно строить из себя страдальца. С какой целью строить из себя гонимого деятеля? Высказалась Миро.